Всем привет, ребята, и мы играем сегодня, как вы помните, в Гарфилда, ну, то есть в хоррор, ну, короче, вы поняли. Вот в эту вот игру вторая глава, как вы помните, в прошлый раз я прошла первую главу, и сегодня прохожу вторую. И здесь вот эта комната, и мы заходим вот в эту вот дверь. Это игра в Роблоксе, я ее нашла, и она сейчас очень популярит. Но в нее очень мало играют, но она популярная. Берем доску. Ой. И ставим ее вот сюда. Идем. И заходим вот в эту вот дверь. Берем красный ключ. Так, открыли красную дверь этим ключом. Теперь вот сюда вот. И идем. Очень страшно немного, но нормально. Ну, здесь и нам, наверное, надо зажечь вот эти вот штучки. Идем. Нажимаем на вот эту вот кнопочку. Нажали. Теперь аккуратно здесь идем. В прошлый раз я здесь слилась, потому что я упала. Круто. И заходим вот в эту вот дверь. Кричит. Я ничего не понимаю, я не буду туда прыгать. Надо осмотреться. Я здесь все прошла по второму кругу, ничего не нашла, ну и решила прыгнуть сюда. Опачки. Так, я прыгну сюда. Поппи. Поппи, ты здесь? Поппи! Поппи, плейтайм! Можешь как-нибудь сюда запрыгнуть? Или вот сюда? Поппи, Поппи, ты где? Поппи, ты где? А, вот здесь я в прошлый раз слилась! Это очень опасная жизнь. Сегодня на ту же граблю. Оп! Перепрыгну. Здесь тоже такая? Оп! Прыгнула. Извините, что я заграю. Оп! Перепрыгнула. И включаем. Что-то включилось, да? Оп, вот это включилось. Понятно, понятно. Не страшно. Я, кстати, прошла, помните, в прошлый раз Хаги-Ваги. Он был прикольный. Привет! Я мама Поппи. Ты меня боишься? Не боись меня, все будет хорошо. Да я не понимаю английский. Какой-то. Что-то здесь, короче, надо делать. Произошло? Что произошло? А-а-а! Па! Открылось что-то? Пойдемте. Там надо, нам, походу, на поезде будет ехать, ну понятно, все, короче. Нам туда?
О! Я упала. Спасите, спасите, меня убивают, меня убивают. О! Нужна какая-то гайка. Нам надо найти гайку. Я вижу здесь какую-то штуку красную. А, понятно. Вот и гайка. Гайка я тебя нашла. Опа, гайка. Пойдемте принесем ее вон в ту машину. Опачки. Я буду ходить с этой перчаткой. Ой, я понимаю. Интересненько. Здесь ни в какие комнаты нельзя заходить. Нельзя, понятно. Наверное, в эту комнату нельзя зайти, да? Понятно. Я думаю, можно, 100%. Можно мне снять эту руку. Ага, я сейчас пройду и вам... Я здесь спустилась из этой штуки. Сейчас надо здесь посмотреть. Так, вот как раз я здесь поднялась. Но ничего больше нету такого. Мне, походу, еще надо что-то делать. Где-то кого-то искать. Давайте вторую поднимем. Открылась у нас какая вот эта вот дверь. А когда я буду проходить эту дверь, вы узнаете в следующем видео. Всем пока!